скоро наступит всеми любимый праздник Новый год. А в этот праздник принято дарить всем подарки. Детский клуб «Мечта» дарит нам сказочный подарок. Новогоднее представление «Цветные сны», которые порадуют не только детей, но и их родителей. Тогда усаживайтесь поудобней, а мы навстречу к снам. А впереди вас ждет викторина. Расскажите о главной идее праздника. Новогодний праздник мечты – это время, которое проводит семья вместе. Ведь участниками нашего праздника являются не только дети, а еще и их родители, бабушки и дедушки. Как можно попасть к вам на новогоднее представление? Попасть на наши утренники очень легко. Достаточно знать, что в году 4 сезона, и каждому из них мечта готовит незабываемые праздники. Следите за нашими новостями на соцстраничках, и как только появляется информация об утреннике, уважаемые взрослые, успевайте забронировать место для своего ребенка. В данном представлении каждый сон имеет свой цвет, в который попадают сказочные феи. Поделитесь своими впечатлениями после выступления. Мы очень рады, что мы занимаемся мечте. Нам очень нравится Оля, нам очень нравятся ее праздники. Они очень веселые, очень хорошая семья, такая мечта. Мы им желаем процветания и дальнейших успехов. А нам пора просыпаться, пришло время викторины. Какой любимый цвет у феи? Пишите ваши ответы в комментариях под видео. И получайте за это волшебные подарки. наполнен волшебством и хорошим настроением, который подарил нам семейный клуб «Мечта». Приходите в клуб «Мечта», вас ждет много-много интересного. Не забывайте о викторине. Всем пока!